Послушай, Слава, а что такое сульфазин? Сульфазин? Ну, это как бы, блин, дуракам на раньше, сейчас не знаю, раньше кололи типа наказание в роддоме за какие-то провинности. А я слышал, что это им алкоголиков лечат, блядь. Нет? Я знаю, Ну, это сульфазин, это та штука, которая колет, и у тебя температура. Температура поднимает. Там ебанистическая, блядь, ёпта, и нога, и то есть, и его взяли в задницу, потом я ногу после укола сульфазина неделю волочил, я не мог их управлять. Потому что, ну, больно, пиздец. А зачем тебе сульфазин кололи? А я лежал в наркологической клинике. Ну, так я же тебе говорю. Нет, ты слушай. Ну. Я лежал на наркологической клинике, вот. И там два каких-то идиота взяли 3-литровую банку, накидали туда сосисок и засунули бульбулятор из двух лезвий, который коснулся этих сосисок. И упало, блядь, замыкание. Корпус старый, и сгорела вся вот эта часть, все провода сгорели, которые по одной части отделения идут. Это ж труба, это ж тробить все обратно. Представляешь, это вот из-за двух идиотов вот эта вот вся херня. И потом на следующий день это такая обыск, ёпта, по всем палатам, блядь. А у меня был приемник, и к нему провод, блядь, присыл. Uh-huh. Ну, предел. Ну, как антенна. Uh-huh. Они у меня нашли этот провод, ёбаный. За этот ёбаный провод мне засадили сульфазин, как наказание. Блядь, нахера? А тем ничего, да? А тем я не знаю, блядь. Что с ними там дальше? Ничего, а тебе сульфазин, она за приём. Представляешь, блядь, обидно было. И главное, эта сука. Медсестра эта ебучая, блядь, все время сюда делала, ну, то есть, не, уколы. Ага. Каждый день там делают укол, там, витамины, хуины, еще там что-то. А то, говорит, поворачивайся жопой. Я говорю, блядь, не, слышь, делай сюда. А говорит, он сюда не делается. Как мне засадило, ебаный насос. Но ты даже не знал, что это сульфазин. Так откуда я знал? А-а-а. Сволочь, блин. И потом, пиздец, как началось. Ну, там это, мне чувак дал эти два аспирина вот этих шипучих. Ага. Ну, то есть температуру сразу сбить. Я уебал эти два аспирина шипучих. У меня температура сразу прошла. Вот. Только, блядь, жопа болела, блядь, и ногу я волочил. Ну, не, пиздец, отнялась нога. Во мрази, блядь, нахера они такой херней занимаются? Блядь, садисты, ёпта. Это вообще, он запрещен, хуй знает когда еще был, блядь, это международными конвекциями. Во мрази, всеми, я охуею. Вот это мрази, блядь. Ну, он давным-давно запрещен. Ну, сейчас я не знаю. Наверное, ну, вряд ли, наверное, используют. Если только, блин, втихаря как-нибудь, блядь. А так, да не, он Саша Фетисов говорил, ему там на Корчагина тоже кому-то там сульфазин там шировали, блин, буйным каким-то. Блин. Так-то я знаю, знаешь его, как это, кололи вот, ну, дуракам, блядь. Он говорит, кому-то там сульфазина бахнули, да сразу аж обоссался, блядь. Вот. Его колят, начинают там с куба, блин, догоняют до 10, лесенка называется. Вот, а у тебя постепенно вот такую вот херню нагоняют. А потом с 10 до куба опять скидывают. А нахера? Каждый день. Ну, блядь, вот ты охуй. Пиздец, ты себя чувствуешь в этот момент. Ну, как наказание, я же говорю тебе. Ну, понятно, блядь, дураком становишься, блядь. Ну, если постоянно, всего, каждый день, да, такая, ну, температура охеревшая. 10 дней по это, до 10 кубов аж догоняли. Охереть. Это, блядь, садистская вещь, ёпта, там пиздец от неё, нахуй. Это вот реально, блядь, потом вот засадили. Ну, меня хоть немножко сделали-то, блядь, и то я охуел целую неделю, блядь, ходить не мог. Пиздец, блядь. Во какие выродки, блядь. Вот, а, бля, прикинь, вот в течение 10 дней тебе куб, 2, 3, 4, 5, как 10 засадили, что с тобой твориться будет, блядь. Пиздец. Да, серьезная херня, блядь. Раньше вот... 80-х годов, по-моему, это вот частенько. Молибден, депо, пролонгирующие тебе не делали? Не. Пролонгирующий ключ все время делал какие-то, блядь, уколы. Какую-то хуйню сделай, и 2 недели такой, знаешь, хуй, блядь, такой, потерянный, блядь. А потом, говорит, зубы попадают. Постоянно. Это вот 2007 год, я помню, блядь, 2006-2007. Как не придешь, он такой, знаешь, сидит такой потерянный, где-то там хуй, где он там хуй знает. Такой, блядь, Саша, что с тобой? Да вот укол сделали пролонгированный, блядь. Уже 2-ю неделю такой, блядь. Блин, нихера, он так долго держится, блин. Там, ну, я тебе говорю, там дней по 10, по неделе, ну, 2, блядь. В кости проникает. Да я не знаю, мозг, куда он там проникает. Охереть. Он
Постоянно он какие-то эксперименты со своим организмом таким делал, блин. Готовился в космонавты. Радист Клюй. Ну да. Ну, видишь, радиограмму умеет отправлять. Mm-hmm. Готовился куда-то, блин. Пипец, блядь, Ключ. Это уникальный кадр, блядь. Ну, он там, говорит, книгу про шпионов прочитал, как там учили, ну, типа, разведчиков, чтоб они это под сывороткой правды ничего не рассказали. Вот он готовился там, чтоб ничего не рассказать. И поэтому пролонгированный укол себе ставил, блядь. Ну, типа, чтобы быть готовым. Вдруг начнут пытать. Сыворотку правды, да, испытывал ее. Да, сыворотку правды. Вдруг вколят. Так я ничего не расскажу. Да. Я там пролонгированный уже есть давно. Пролонгированный был давным-давно. Уже давным-давно пролонгированный. Да, он там постоянно, блин. Блин, офигеть можно, блин. А ну, а подожди, ну а вот это, на Корчагина там, вот в этой нарколожке, там в основном же барбитуру какую-то дают алкоголикам, да, получается? Да нихера им там не дают. Ну, фенобарбиталы там какие-то. Я, смотри, там... они когда поступают туда, им дают смесь Попова. Смесь Попова состоит спирт, вода, фенобарбитал и феназепам. Вроде так. Чтоб спали. И они его выжирают и... кладут их нахуй, и все, и они спят. А, типа им стакан наливают, да. Это, спиртяги. Да, спирт, вода и таблетки. И они спят нахуй. Потом спят, им колят что-то. Я не знаю, что им колят, блядь. Ну, что-то. И таблетки тоже какие-то дают. Ну, я не думаю, что там барбитуру. Зачем им барбитуру-то, скажи? Ну, хрен. А барбитура вообще для чего? Ну, барбитура это снотворные. Ну, чтоб спали, наверное. Ну, спали, там по полтаблетки дадут, может, феназепам, блин, на ночь. Mm-hmm. А так-то барбитур, нахера, наверное. Я, когда лежал там, блядь, калуэт, то есть реланиум, хералиум там. Ну, это что-то дюже богато вам там кололи. Ну, блин, ну, так вот. Там обычно там что-нибудь попроще шуруют, блин. Ну, это сейчас шуруют. Раньше-то получше было, блин, с лекарствами. Хотя нихуя не было лучше там. И лекарств никаких не было, блядь. Ни хера не достанешь, блядь. Этот я как вспомню, это, блядь, Реоферон, блядь, он продавался в одной аптеке, блядь. И стоил он 3 ампулы, блядь, 1,5 штуки, блядь. Ну, для печени, да, которая? Ну да, вот, когда гепатит был. Ну а вот это и Сенсаль, что она не помогает? Ну, нихуя она не помогает, это говно полное. А зачем его всем выписывают? А затем, потому что его закупили до хуя. Сключили контракты, блядь, всякие, на поставку этой херни. И его закупили очень много, блядь, понимаешь? Так это же Германия вроде. Германия, да, но она не это. Это немцы, короче, сбагрили ее нам. Да, она нахуй не помогает. Там выпустили, блин, посмотрели, фигня какая-то, давай-ка в Россиюшку. Да. Она, ну, то есть, наши дураки. А здесь давай хватать ртом и жопой, да. Это все. Оно никакое. Блин, я лечение. Помню, всю дорогу там все чесали там. О, Сенсаль, да, это ну, круто. Не, говно полное. Да. Оно. Что оно дает? Да нихера оно не дает. Короче, ребята. Восстанавливают они там эти клетки печени. Клетки залупа они восстанавливают там печени. Короче, фигня это все полная. Да. Знаешь, раньше вот эти. Полностью растительные были препараты, этот, блядь. Корсил, блядь, был. А, ну да, был такой. Ну, он и есть сейчас, но он дорогой тоже, сука, стал, блядь. Он же болгарный, импортный, болгарский. Ну, понятно. Ладно, спасибо тебе за обзор сульфазина. Сульфазин, бля, вообще жесть, блядь.